Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в рамках работы выездной администрации провел еженедельное совещание с профильными заместителями и начальниками территориальных управлений. Одним из вопросов повестки стала уборка снега и наледи на территориях, прилегающих к торговым объектам. Глава подчеркнул, что от жителей продолжает поступать большое количество жалоб на качество уборки возле ТЦ и магазинов и дал поручение разработать план мероприятий по исправлению ситуации.